Друзья, всем привет! Так, котятки, я сегодня заглянул такой, смотрю, а их только 3 штуки, а он и туда уполз, вон он. Друзья, ничего я им тут не буду подлаживать, никаких, ни тряпок, нигде ничего. У них здесь хорошо на мешках. Гляньте, они лежат, кайфуют. Единственное, вот это вот может... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот он может запутать. А, не, нормально. Друзья, я сюда не лезу в бочку. Здесь вот, здесь даже прохладней, чем везде. Друзья, все разные цвета. Черных чисто нет. Вот, вот этот самый темный. Такой рыжеватый. Как тигр, только серый. И как тигр, только... Такой он коричневатый. Давайте я его сейчас... Иди, косичек. Котяночек маленький. Вот такие толстенькие стали. Гляньте, какие толстенькие. Кабасики такие. Вот так. О. Ну, такие мальчики и девочки. Вернее, тут 3 мальчика вроде бы и 1 девочка. Вот так. Не, все равно туда хочет залезть. Маленькие котятки. Друзья, у них здесь хорошо. Если бы было здесь плохо, я думаю, кошка их бы перенесла. Так что такие дела, друзья. Вот вспомните, кто может видел, как кошка, допустим, ага, видит какую-то там, например, беда там или еще что-то. Ну, какая-то будет, там, то ли люди лезут, то ли еще что-то. Она их вот за шерсть, ну, за этот, и переносит куда-то. Как собаки, так же и кошки. Поэтому, если бы им там было бы плохо, я думаю, они бы, ну, мявчали. А так они вон покушали и спят. Друзья, гляньте. Вот это я их разбудоражил. Все, когда они глазки откроют, мы их вытащим немножко. Ну, жара, друзья, тут жара везде. Вот реально в сарае жарко. Этот я убрал, но сейчас вам пойду покажу. Хочу показать... Сегодня занимался этим. Здесь сараем вот этим. Сейчас. Разобрал уже пол стенки. Там половину кирпичей почистил. И такой заглядываю, думаю, что ж там наши эти ласточки. А они вон они, видите? Уже вылупились. И они вот так вот вылезли сегодня. И жарко им, и они... А так рты пооткрывали и сюда вниз поопускали. Но я не стал показывать. А ну давайте сейчас заглянем туда к ним. Вон они. Ого. Ну я не вижу, я потом посмотрю, друзья. 4 штучки. 4 штучки. Ласточка только что я заходил, она улетает, когда я прихожу. Ну, уже не страшно, уже они вылупились. Я думаю, они не голодные, за целый день они там кормят их. Почистил немножко кирпичей. Ну, вот этого мусора, как я и говорил, придется потом выносить немножко. Ну, ничего страшного, сюда не надо, в этот сарай. А туда немножко выкину. Друзья, там еще писали, я забываю сказать. У Володи... До обеда вот здесь тенек, он здесь лежит. А после обеда, вот я ему даже будку отсюда убрал, перетащил, пока лето. Ух, блин, комары какие-то. Здесь тенек после обеда, вот до сюда. И он спокойно в будку залазит, у него здесь нормально. Ну, понятно, что, друзья, всем жарко. Всем сейчас жарко ужасно. Поэтому, ну, ничего я не сделаю. Максимально, что я мог сделать, убрать... эту будку туда. Мог сделать, я сделал. Друзья, рыжухи тоже сейчас жарко. Лежит. Тяжело дышит. Мухи ее, наверное, покусали или поцарапалась. Лысая такая стала. Ну, уже вроде новые волосы растут. У нее шерсть новая. Друзья, и еще там, ну... Писали мне полотенцем попробовать. Оно не поможет, друзья. Ну, с толку я им полотенцем накрою. Я только накрою, оно прохладное. 2 секунды, оно сразу нагреется.
То есть то же самое равносильно я воды им здесь полил и все. Единственное, что может быть, но я сегодня попробовал, им не нравится, они текают. Помыл вот этот опрыскиватель. Ходил тут, пшикал. Ничего не помогает. Оно, ну, жару оно не сбивает. Друзья, Матильде давал кабачки сегодня. Вот она ложится. Ходила, гуляла. Разобрал я у нее этот. Вот, ложится в мокрое, жарко. Вот такая девчонка. Но, друзья, гляньте, она немножко уже кушает. Это там написали люди, кинуть, как его, что я собирал, бузина. Я наломал веток, намочил их и кинул. И Матильда лежала на них сегодня. Так что такие дела, друзья. Ну, видите, друзья, этим тоже жарко, гляньте. Всем жарко, малышне, кому бы это ни было, всем жарко. Кушать никто не хочет. А, сегодня, я вчера говорил, гляну. Да, сейчас вот спало 28. А днем было, когда самая жара. Ну, я сегодня целый день тут в сараях. Там этот, ну, в том же делал. Здесь сейчас покажу, что делал. И заходил в самую жару, вот это, в 3 часа. Полчетвертого, вот так вот где-то. Специально глянул. 32 градуса здесь было внутри, друзья. Но я ничего не сделаю. Единственное, хочу вам показать. У меня холодильник был. Он стоял там в гараже. Но он сгоревший. Ну как сгоревший? В квартире был пожар. Что там такое, Володя? А, это приехали. Сейчас, сейчас, кто приехал, брат двоюродный. Вот, которому мы... Тихо, Володя, молодец, молодец. Друзья, вот такой холодильник, он работает, все нормально. Единственное, видите, он подгорел, крышка сгорела. И я думал с него сделать кондиционер. Но ничего не получается. Вот эта вот задняя крышка нагревается очень сильно. Поэтому... Не хватает мощности. Я думал, если хотя бы на 2 градуса скинуть, то позакрывал бы все окна. И получается, оно бы... Ну, если бы даже на 2 градуса здесь, допустим, 32, и я бы мог сделать 30, то пускай бы он работал. Но он, получается, сделает только здесь еще жарче. И, короче, промучился я, протягал его, тут сюда затаскивал. Да, в него дует... Когда вентилятор в него дует, вроде бы выходит такой прохладненький воздух. Но задняя стенка греется настолько, что просто нереально. О, видите, что-то живет. Кабачки я ей давал, кабачки ей нравятся. Хоть им они никакой пользы не приносят, но ей нравятся. Ей мы даем. И еще сегодня, друзья, Катя сделала, шахта тоже же плохо кушает. Но Катя утром сегодня попробовала. Молоко мы не забирали, сделали им этой Матильде с шахты, они на двоих съели. Ковшик вот такой, литровый. Сейчас я вам покажу, где он здесь. А где она его убрала где-то? Ну, короче, литровый ковшик гранулы, потом 4 яичка и рыбьего жира. И молоком, литр молока. Сделала вот такую кашу, и напополам они с Матильдой утром и вечером такое же тоже скушали. То есть нормально получается. Эту гранулу она не ест, что я ей сыпал. Тоже накидал ей, вон и кабачок, она так немножко кушает. Накидал ей этого, ну, бузины. Сказали, что оно жар снимает. Ну, попробовал, я думаю, хуже не будет. О, гляньте, гляньте. Браунберн. Ну, а эти ребятня кушают хорошо. Ну, хотя тоже, видите, эти колбаска. Колбаска такая, она самая ручная. Я даже и не знаю, что с ней будем делать. Ну, посмотрим, пускай растет. Она уже, она была самая маленькая, но она, видите, вот мото-мото. Она практически уже одинаковая. Гляньте, гляньте, он задирается до всех. Гляньте, что делает. Короче, он тут, походу, всех на место поставил. Да.
Ну хорошо, главное, что он их обижать не будет, даже если и будет, он меньше, они ему если что сдачи дадут. Главное, чтобы они его, потому что если они его, они будут всей толпой его обижать. Друзья, пробил я все-таки вот здесь отверстие, сделаю там дверку какую-то, а на зиму буду закрывать. Ну, не буду закрывать, а хочу сделать такую теплую какую-то дверь с пенопластом. Потому что этот вентилятор, он работает и туда дует, и сюда дует. Не надо, допустим, сейчас он дует сюда, нагнетает воздух прохладный. А допустим, если там, например, осенью, можно будет вытаскивать воздух отсюда. И будет нормально. Еще, может, туда, на ту сторону, такой же придумаю. Очень хороший. Гляньте, получается, мне он обошелся 40 гривен этот, и мотор я купил там за 100 гривен, 140 гривен. Работает, вот сегодня он крутит, там крутил он, это я вот под вечер начал делать, думаю, психанул, пускай. Потому что здесь у Шахини самое жарко, сейчас главное, чтобы остыло здесь у нее. Потому что она на очереди. Буду делать здесь еще какой-то, я не знаю, что ей тут придумать. А зимой уже, друзья, ну то я буду потом говорить вам, порассказываю. Кое-что я придумал. Хорошую вещь. Я думаю, будет работать. Да, здесь уже хорошо. Ну тут, в принципе, что? Тут нагревается только шифер. Все, шифер остыл, и здесь уже хорошо. Так. Эти гуси-лебеди. Курочки уже спят. Ну, уже 9 часов, друзья. Эти растут не по дням, а по часам. Вообще мне нравится. Гляньте уже какие. Уже петух вот этот. Где он тут? Самый главный тот, который. А, он вот тот. Он уже гоняет этих молодых. Этих. Молодых петушков. Они уже, наверное, кукарекают, наверное. Ну, не полностью, а то так. О, кукареку. Таким голосом. Хриплым. Вот, друзья, смотрите. Выбил. Ну, это я залаживал. Здесь раньше был выход для свиней. Раньше выходили свиньи, вот так вот. Но это я, да это еще черт знает когда я залаживал. Ну, пришлось выбить. Ну, а завтра уже болгарочкой аккуратненько вырежу. Ну, не завтра, на днях. Сварю какую-нибудь рамку с уголком. Ну, или с дерева придумаю. Что-нибудь придумаю, какую-то дверку. Ну, посмотрим. Залезть в него никто не залезет. А именно чисто сделать дверку, чтобы все было хорошо, друзья. Так, покушали на утро, на вечер. Утром мы когда придем, они же ж рано встают. Только солнце когда вышло, там 3:30, уже они здесь гуляют. Съездил сегодня, нарвал травы. Вон лежит молоча еще куча. На завтра, на целый день. Сегодня они покушали. Ну, вон она валяется еще. Ну, главное, что они довольны. Они когда видят... Ать, малышня. Они когда видят, что я им траву привожу. И этим кинул, видите? Молочай. Они прямо все бегут. Эти уже подросли такие хорошенькие. Тьфу-тьфу-тьфу на них. Так. Ну, а утятки все... Днем ходят половина с этой, половина с той, а ночуют все там. Ну, без разницы. Если она вылетит, допустим, сама, пускай уже ходит с утаком, чтобы ему не так скучно было. Так, эти тоже уже архаровцы выросли, не вмещаются сюда. Чего они здесь сидят, непонятно. Ну, я думаю, уйдут. И здесь, наверное, есть она. А нет, тут нема никого. Ну, друзья, сейчас еще хочу показать вам подсолнухи. Вот тут, а гляньте, какие у меня тут падалишные. Ну, которые упали. Кукуруза, правда, одна такая, ничего. А подсолнух вот еще. Гляньте, какой красавчик. Так что такие дела. Что он там делает? А, чешется. Он что? У него чешется лоб. Роги растут, или что? Или, то у него, наверное,
бодается с этим архаровцем и поранился, заживает, и вот он у него, наверное, чешется. Да? Архаровцы. Так. Что такое? Что такое? Так. Что такое? Увидела Катю, зашла. И начинает мычать. Ну, друзья, что? Будем заканчивать. Все. Хорошо. Будем надеяться, что у шахты, когда шахте поросится, будет прохладно. Обещаю, с завтрашнего дня уже 26. Если такая погода будет, я буду самый счастливый человек. И работать можно. Я сам сегодня еле-еле там. Жара невыносимая. Но все хорошо. Колбаска такая, гляньте, какая. Она именно ручная, да? Колбаска. Может, ты даже и не будешь колбаской. Не, колбаской-то будешь, но не в скором времени. Да? Колбасуха. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока.